Добрый день, а я как большой любитель разных спа-процедур хотел поговорить про такой продукт, как масло для тела от бренда Swedish Spa. Давайте рассмотрим более детально, чем он хорош и почему он нам так необходим. Первое, что хочется отметить, это состав водоросли алории, который стимулирует выработку коллагена. А коллаген, как известно, это строительный материал для того, чтобы наша кожа была упругой и эластичной. Масло канолы известно своими исключительными увлажняющими и питательными свойствами за счет жирных кислот. Витамин Е, еще синоним этого слова, это, конечно, компонент молодости, поскольку он проникает в глубокие слои эпидермиса, тем самым питает и предотвращает старение. Миндальное масло сглаживает мелкие морщинки, тем самым придает нам ровный тон кожи и увлажняет. При вас буду наносить это масло. Сначала мы наносим на руку, чуть растираем, для того, чтобы активировать те компоненты, которые в нем содержатся, после чего мы наносим на кожу такими плавными массажными движениями, как бы втирая это масло в кожу. И мы сразу же можем увидеть вот этот вот такой, знаете, естественный блеск. Одна из рекомендаций – это наносить масло после душа. Это действительно верно. Таким образом масло работает, помимо того, что оно еще увлажняет, питает, но после душа оно еще и будет запечатывать влагу, которая осталась у вас после того, как вы протерли, но все равно еще ощущаете вот эту влагу на себе. Помимо тех компонентов, которые я перечислил, что это увлажнение, питание, придает ровный тон кожи, также при регулярном использовании масло для тела способно выровнять тот участок, который в народе называется апельсиновая корка. Вот как раз таки для того, чтобы этих морщин стало меньше и кожа у нас выглядела более ровной, можно использовать это масло на те участки, которые мы бы хотели исправить или подкорректировать. И вот даже сейчас, пока я с вами разговаривала, я нанес масло, пожалуйста, оно уже все впиталось, я могу спокойно чувствовать, оно не оставляет пятен на одежде, поэтому можно ощущать вот этот приятный аромат, чувствовать, что твоя кожа увлажнена на протяжении всего дня. И если вы дома, например, не успели провести этот спа-ритуал, то вы всегда сможете это сделать вот в рабочее время, почему нет. Бытует мнение, что масло для тела и масло, например, растительное или оливковое, справляются абсолютно одинаково. Я бы сразу хотела развеять этот миф и привести аналогию. Тут все равно, что крем для ног, крем для кожи вокруг глаз. Они тоже работают по одному принципу, но при этом мы получаем абсолютно разный эффект. Поэтому здесь мы, если обращаем внимание, то те компоненты, которые включают в себя это масло, и те компоненты, которые есть в оливковом или растительном, они кардинально отличаются друг от друга, и они работают на разных слоях эпидермиса. При этом, чтобы ваша кожа была увлажнена на протяжении всего года, чтобы вы чувствовали ровный тон кожи, то, конечно, вы можете использовать вот эту вот спа-программу, которая вам дарит это масло. Отмечу еще важность этого продукта, друзья. Даже существуют целые спа-комплексы, которые как раз-таки выстраивают свой бизнес просто на основе того, то, что у них есть несколько масел, и ты можешь прийти, получить вот этот релакс, благодаря тому, что ты будешь просто питать свою кожу как раз-таки маслом для тела. Поэтому вы можете устраивать такие вот спа-дни буквально у себя дома каждый день. Если вы совершали заказы до 11 марта, то у вас есть уникальная возможность приобрести продукцию компании Oriflame на 2000 рублей в седьмом каталоге и при этом приобрести масло Swedish Spa всего за 99 рублей. Друзья мои, я верю, что вы вдохновились этим маслом и что этим летом масло Swedish Spa для тела будет стоять у каждого на туалетном столике. Я вам желаю отличного дня, ну а я пойду наслаждаться своей увлажненной, ухоженной кожей на протяжении всего дня. Всех обнял! Лайла!